Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти данного гражданина явилась рефлекторная остановка сердца вследствие умышленного причинения не менее 3 травматических воздействий в область грудной клетки. В настоящий момент при окончании предварительного расследования также было Олийским районным отделом Следственного комитета изучены и причины и условия совершения данного преступления. Одной из причин совершения данного преступления явилось также отсутствие пропускного контроля в Лидском филиале учреждения образования Гродненской школы Олимпийского резерва. По данному факту в Управление спорта и туризма внесено представление. Предварительная оценка виновного лица дана по части 3 статьи 147. Это умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека.